Привет, с вами Виктория. Вы смотрите YouTube-канал «Моем». Музыка стала неотъемлемой частью нашей с вами жизни, и мы хотим наслаждаться любимыми ритмами каждый день. А для этого нам нужны наушники. Классные, удобные, комфортные наушники. И сегодня я расскажу вам о наушниках компании Panasonic. Поехали! Запутывающиеся провода, скованность движений – забудьте про это. Продуманная конструкция, широкие чашки с излучателями диаметром 40 мм и мощный аккумулятор на 40 часов. Работы. Все это Panasonic RP-BTD5. Выглядят эти наушники стильно, весят мало, всего лишь 115 грамм, достаточно крепкая конструкция и самое главное – отсутствие всех шнуров. Все это делает эти наушники классным мобильным аксессуаром, без которого мы уже не можем представить свою жизнь, когда, например, путешествуем или же просто прогуливаемся городом и слушаем наши любимые ритмы. Кстати, еще здесь очень классная раздвижная конструкция, достаточно гибкая, и она может приспособиться к любому размеру головы, что немаловажно. Данную модель наушников не нужно прятать в рюкзак. Если вы, например, захотите снять наушники с головы, вы можете совершенно спокойно разместить их на шее. Чашки поворотные, 90 градусов, они совершенно спокойно, комфортно будут размещены именно вот здесь. И когда вы будете поворачивать голову вправо или влево, вы подбородком не будете задевать наушники. А даже если вы это и сделаете, то мягкие амбушюры, которые изготовлены из кожзама, никакого дискомфорта вам предоставлять не будут. Наушники хорошо фиксируются на голове, имеют неплохую шумоизоляцию, но потерять связь с внешним миром у вас не удастся, и это очень даже неплохо, потому что это безопасность ваша на улице. Наушники данной модели компании Panasonic могут сыграть и роль гарнитуры, поскольку есть динамик, точнее не динамик, а микрофон, который расположен на правом динамике внизу, и абонента вы сможете слышать достаточно хорошо, будь то вы на шумной улице, или же в компании, или же даже в шумном офисе. Все кнопки управления находятся на правом динамике. Мне очень нравится их стилизация. Это не классические кнопки, а такие а-ля 3D, немножечко выпуклые. Есть кнопки плюс-минус, естественно, это управление звуком, громкостью, 15 уровней управления есть. Также есть вот кнопки, при помощи которых мы можем переключать треки, и есть кнопка пуск, остановка музыки или же ее воспроизведение. Когда я использовала эти наушники, кнопки работали хорошо, никаких претензий не было, но был один небольшой глюк. Вот, например, кнопка пуск работала нормально, но когда я хотела остановить музыку, у меня это получилось сделать этой кнопкой, а вот воспроизвести опять тот или иной трек у меня не получилось. Но я думаю, что это какая-то особенность данных наушников, какой-то маленький глючок, и во всех остальных данных моделях такой проблемы нет, но проверьте. Кстати, вот этой же кнопочкой вы можете ответить и на звонок. И на этом же наушнике правом есть кнопка подключения и включения данных наушников. Зарядить эти наушники вы можете через кабель USB, он идет в комплекте 0,6 метров. Запустить данные наушники не составит особого труда, никаких лишних телодвижений делать не нужно, вы просто можете поднести свой мобильный телефон к наушникам и через Bluetooth подключиться или же через NFC. Подзарядка раз в неделю, об этом прям кричать нужно, потому что у вас есть 40 часов классной музыки. Если разделить на каждый день, то это по 5 часов ежедневно беспрерывной любимой музыки, которой вы можете наслаждаться. Данной модели наушников компании Panasonic использованы неодимовые динамики 40 мм премиум класса. Частоты по всему диапазону воспроизводятся достаточно четко и насыщенно. Басы глубокие и мощные. Неожиданно высокое качество звучания для столь компактной модели из линейки бюджетных наушников Panasonic не может не впечатлять. Итак, давайте подытожим, чтобы такого классного я выделила в этих наушниках. Ну, во-первых, это хорошее звучание, во-вторых, нет никаких кабелей, данные наушники работают через Bluetooth. Ну и третье, классная мобильная конструкция, которая очень легко и комфортно располагается у нас на плечах, ну и совершенно легкие наушники, которые можно комфортно разместить в рюкзаке или же сумке. Если вам понравилось наше видео, поставьте нам лайки, напишите комментарии, нажмите колокольчик и скоро увидимся.